Драки Бати, часть пятая. Как ни странно, эта история произошла где-то через недельку после тех воришек. Пошли мы на дискотеку. Я, бывшая жена и еще там парочка. Муж с женой, парень такой здоровый, ну а жену не помню. И вот мы сидим с ним, пьем пиво, а девчонки там танцуют. Ты че, пьешь? Это было давно и неправда. Так вот, вижу, моя танцует, а к ней подваливает какой-то хмырь и такой... Ну, вы знаете таких. Говорю, Серега, вспомнил, как зовут. Говорю, пойду, ну, посмотрю. Подхожу, трогаю его так. Говорю, слушай, ну, он такой, чё, блядь? Я говорю, ну, эта девушка занята. Сам, значит, ну, отодвинул его, встал на его место. Танцую, сзади такая рука. Поворачиваюсь. Он такой, и чё? Ну, чё, говорю, она, ну, пришла со мной и уйдет со мной. Опять отворачиваюсь к своей. И вдруг вижу, как она через меня вот туда. Ха. Оказывается, как только я отвернулся, он сразу начал. Вот это вот. Вот. Ну, я поворачиваюсь, он вот это делает. Ну, ну хватаю его и... Хе-хе. Люди танцуют, музыка играет. А он так, вот такой звездой, я вижу, замедленно падает на какой-то стол. А когда люди падают на стол, они так же вот, ну, неловко вместе со столом и стульями туда дальше падают. Упал, лежит. Смотрю на него краешком глаза. Вижу еще один чувак. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот такой замах уже идет. Второй с ним пришел. И я такой... Чего же вы себя, ну, не бережете-то? Он тоже к нему. Лежат вдвоем. Ладно, музыка еще идет. Второй поднимается, поднимает первого. Держит его вот так, ну, то есть спиной ко мне. Первый все еще начинает что-то... Ты, ну, там, сука... Да я. Думаю, ну, как-то, наверное, неубедительно было. И он вот такой, ты, да, висит на этом. А я еще тогда, ну, такой выебистый был, такой. Он висит, а я так, значит, ногу так, раз такой, ну, вот так, оп, поднял, говорю. Ну, так не сюда, а сюда, говорю. Ну, чё? Ну, типа, как Ван Дам. Ну, тут уже музыка закончилась. Прибежал хозяин, говорит, ребята, нахера вы мне устроили это на танцполе? Пи***йте на улицу и там чё хотите. Ну, мы ушли, ну, прям, только домой, ну, его нахер дальше. Не знаю, что там с ними дальше, но было интересно.